вот еще сегодня набрали. Все. Полезайте наверх, сбрасывать будете. Надо сбрасывать оттуда. Ты там топоры видишь? Ну да. Я только снимаю. Там наболтыхался с нашими, говорю, грыжами да геморроями. Никогда не быть героями. Получилось так, что Еремина время пасти. А тут надо грузить. На машину некому. Ну и мы сейчас рокировку сделали. Володю пасти послали. А он на один раз. Хотел на два раза, на один раз все загрузил. А что, говорит? Машина, ей ничего не сделается. Вот тебе, Еремина. Ну, так, наверное. Сейчас буду что-то делать, скидывать. Сергей там. Жерди через жерди, да? Кидайте сюда, на эту сторону. Поднимай и кидай подальше, чтобы кабину не ударилось. Вот так. Вот это скидывать надо ее. От второй, чтобы смотрел для подстрапов. А ты будешь... брат ты мой. Вот до меня достигнет. Рыжий. Ну, в развалку идет. Ну-ка иди сюда, рыжий, ко мне. Вообще ничего не слышит. Вот так. Ого. Тут может полбу сыграть. Вот Павла нету, брата моего. А это его усадьба. Строил один. И вот все сегодня только снимать где-нибудь Беларусфильм. Все абсолютно повалилось, все развалилось. И сам уехал. Недобровольно. Попросили выехать брата родного. А почему? Да потому. Нарушал устав. Теремя тоже разгружает. Бросай как попало, это нам разницы нет. Вот это какие сваи. Опять народ собирать, шкурить. Потом заострять. 4 клина выпиливать внизу. Потом вести. Потом смолить. Потом ребят звать, молотобойцев крепких. Забивать. Эту работу 100 программистов никогда не сделают. Что здесь четвером сделали? Почему? Здесь... Так, просто не просто. Так вот жил крестьянин. Жил, трудился. Пришли мудрые, книжные, сказали, грабь награбленная. Ну и пошло по-другому. Вот сейчас депутаты, с чем они занимаются?
такой оклад огромный. Почему? Зачем? Причина одна, чтобы голосовали всегда за то, что угодно правительство. А они и есть правительство, президент. Там делать нечего. А что это, разве правильно? Так так всегда было, еще правильно судить. Так было и в России. Государственная Дума. Тоже платили из бюджета. Выборы были. Вдруг все переменилось, и вчерашняя Дума вне закона. Видишь, как отжимается. И это пройдет. И он умер, написано. Он умер. 969 лет. Не 69, а 969. Даже сегодня трудно людям поверить в это. А вот пошел Пенкин Владимир Иванович. Дедушка Калерий. Калерий, как называют это? Занеделись наши девушки сегодня. Тут у нас малина, яблоко сглодали зайцы, пришлось спилить. Вот другая похуже осталась пока. Вот тут рябина, юрга. Лешка. Лучше не экспериментируй, когда обычно называется товар. Вот все вручную, вручную. А потом в конце сбросит. Не запланируй. Говорят, так береза, она быстро гниет. Знаем, гниет быстро. А у нас ни выбора-то никакого нету. Но она лет 10 стоит, стоит лет 10. А за это время берега могут зарасти. Обстановка поменяется, уплотнится земля. Сейчас она как пыль. Ее водой размывает, и все, она уходит в обвал. Трудно теперь будет собрать столько людей. У нас сегодня 21 июня, завтра суббота будет, нападет на нас Гитлер. Все подсчитал, что в отпуск уходит, выходные, отдыхают, никого нет, аэродромы без начальников и везде все-все. Так и получилось, расчет был абсолютно точный, ему подсказали, а у Бога другой расчет. Такую тупость проявили на оккупированной территории, начали себя выставлять, как пишет Солженицын. А было по-другому, по-другому все и было. Сейчас будут валить. Вот не 5 тонн больше было.
Ой-ой-ой. Охота посмотреть, как сварится. Я стою на жаре, сейчас хочу зайти в тенечек под яблони и отсюда, чтобы все было видно. Вот так. Преврат Еремии, Ерема или Ерма. Гликерия ушла к бабушке тут, к бабе Наде. Как всякое, как попало, говорит, сорочинное гнездо. Вот так. Он вроде там ушел, на крылечко сел отдохнуть. Нашего Володи нет, он бы там был наверху. У маршака Самуила Яковлевича там написано, чем кто пахнет. Рыбак рыбой, маляр краской. И только лодырь, самый отвратительный запах от него. Она играет, там фонари разобьет, кидайте дальше. По фонарям ударила. Дальше кидайте чуть-чуть. Вот так. Такова жизнь. Это мы за 3,5 часа или за 4 столько заготовили. Крепко спать ребята будут. Я вот на голубятню тут залезу. Там отдыхаю, там подремать можно. Голуби воркуют. Понянчить вот такое бревно.
проводили. Ну, я сейчас тут попиваю березовый сок. Ну, скоро будете сваливаться. Борта-то не было бы, свалил сразу. А борта не дает. Упрется и будет держать. Ну давайте, сваливайте. Это вот прибыли никакой нету, что люди ни копейки не зарабатывают, ничего. Просто кидают и делают, знают, что это надо делать. А в городе там за все деньги платить надо. Все, вывалилось. Эй, останови его!